Все классно. Мы на общагу. Круто. Мы живем в общагу. Оттуда, Макс, не помнишь, все круто, работаем. А, я вспомнил. Вот эту игру, в которую мы играли, Ghost Recon. Постелька моя. Лёг. Хороший игрок. Не так уж плохо. Лёг я. Ля. Смотри на меня. Смотри, я лёг на кровать. Ты в какой кровати комнате? Вот в той же, в которой ты. Так я ж Мурика здесь вижу, блядь. Так естественно, тебя не вижу. В той же комнате, где ты только что был. Я не там, ты кем-то меня путаешь, я спину крою вам, блядь, шкаф, опять. Шкаф, короче, перевернутый, блядь. А, ты красава, да, молодцом. Нормально, да. Серега, иди тогда лучше сюда, где ты там спину кроешь. Я через второй этаж не зашли, я смотрю. Вот, иди, смотри дверь, я смотрю лестницу. Давай, я буду лутаться. Я на третьем этаже. Прикрывай, вот я лутаюсь. Вот прям возле выхода, блядь. Я чё, прикрой, я лутаюсь, ты слышал? Да. Охуенная аптечка, блядь, дешевая, дешманская. Мечта всей моей жизни. Крутяк. Или ты все ящики уже обработал? Не-не, я не смотрел ничего. Странно, блядь. Так, говёный рожок. Блядь, кто это вынес так дверь, блядь? Да я. Мощно. Какой-то варвар. Как и я прям, в молодости. Умел. А спину никто не смотрит? Давай. Я спину. Не смотрю пока. Перед. Я выхожу из комнаты, не убейте. О. Мы Макс. На втором этаже один хуй. Я на Макс. Третьем. Да. Тебе нужен рожок для вала? Ну, у меня есть два. Ладно, короче, занимаем третий. Давай трёшку. Я возьму, слышишь, Серёга? Да, иди сюда. Занимаем третий этаж. Выбросить. Вот валяется. Ага, и второй что был. Занимаем третий этаж и, короче, смотрим и всех валим к хуям, правильно? Хорошая идея. А как же? Контакт. Где? Да, с этой стороны. С правой стороны. Ты минус? Где он? Я живой. Внизу. В дверь вышел, второй этаж, вышел в дверь. Он умер, скорее всего. Кто ботинки снял? Нет, я. Это... Он в... Блядь, меня убил кто-то, минус. Блядь. Кто меня снял-то на лестнице? Блядь, а где, кто? Я даже догадываюсь, кто. Я кого-то снял. Кого? Меня на лестнице, нет, кто ебанул? Нет, я не на лестнице. А на какой лестнице? Я на лестнице был, но я не стрелял. Между... Нет, меня кто-то спустился с лестницы и расстрелял к хуям. Не знаю, кто это сделал. Да? Я убил чувгашника. Тогда и я хуй. Я убил... Я убил медведя. Я раненый, блядь. Меня, походу, Витёк ебанул, но я не знаю точно, поэтому... А кто в меня тогда стрелял? Я стрелял... А у тебя разве не видно, кто тебя убил? Бэт Крок написано, я типа сам себя ебанул. Значит, объясняю, как все было. Я спустился ниже. И мне вот живот в ноль вынесли. Я тебя, блядь, точно не стрелял. В ноль вообще? Там дикий был внизу. Я стрелял в дикого, а в меня... Кто топчется сейчас? Я топчусь в комнате. На втором этаже открыта дверь. И вот, я убил там чувакашника, убил. Во-во-во-во, бот, только что по улице прошел. Я на втором этаже убил чувакашника. Иду его сейчас посмотрю. Он один или не один? Я на лестнице там между первым и вторым. Я видел. Закрываю дверь. У него калаш обычный и... Макаров. Он в кого-то стреляет. Тебе, да, дать эти таблетки? Кто стреляет? А таблетки здесь не помогут. Здесь... Мне вода нужна, блядь. Есть молоко. У меня вот сок, Витёк. Вот лежит. А, где? Нет, ща, где? Нет, у меня, забудь, не брал я. Где? Вот, вот под тобой прям лежит. Я с вами. Ага, нашел. Я с вами. Один. Все, выходим тогда. Остался, мужики. Так, кивер я Сереге забрал, надо где-то его барахло скинуть. Да в кусты сейчас скинем. Один чукашник остался, если что. Давай я его сейчас это самое, дефендер заберу. И что у него? А он без дефендера, он простой броник. Ну, тебе и контакт, блин. Встретил я чукашника, бировца. Угу. Ой, ты дышишь как. Хреново. Хреново, да. Блин. Ты не успозу? А кто тебя подстрелил-то в итоге? А я не знаю. Всего, Серег. Нет, я тебе объясняю, я стрелял под прямым углом в выход. В дырку, вот выход, в дверь, блядь. Там валяется снизу труп. Доказательство, куда я стрелял. Там валяется этот человек, как он называется? Дикий. Там нет никого. Дикий, вижу, валяется, да. Валяется. Левее. Это я его убил.
как ты его, я в него стрелял, Макс, на первом я этаже. Я со второго, нет, он около прохода лежит. Ты путаешь, ай. Ты не про того говоришь, Николай. Не про того говорит, да. Где коптерка, где ключ респится? Да, я понял. Там внизу валяется Дикий. Я сидел, стрелял в дверь, потому что и никак не мог стрелять. А сверху спустился ЧВКшник и расстрелял меня в каске. Я думаю, что это Витек. Это Витек, Витек. Да, зачем? Может быть, да, я. Вот, зачем, не знаю. Ну, убил, хер. А я убил того ЧВКшника. Он один вроде был. А ботинка он кто снял, бля? Макс, вроде. Да, это я был. Там, смотрите, за угол еще кто-то пошел, блядь. Я видел, здесь слышу, еще одного бота. Он топал. Давай посмотрим его. Вон он сидит. Минус. Отлично. Так, один ЧВКшник еще. Хотя вот у того ЧВКшника был еще и ПМ еще был вместо калаша. Ну, и калаш и ПМ был. Может, он уж отпитал одного ЧВКа? Может, на выход последний. Пойдем? Пошли на выход, да. Валим. Да, пошли. Кто стоит? Как пойдем? Я. Ну, ты готовый. Прям стоит такой, не палится. Так, все, на выход тогда. Как пойдем на выход? Я не знаю, как пойдем. Пойдем прямо вон там через кусты. Мне чем быстрее, тем лучше. Да, тогда пойдем на перерез. Прямки. Здесь. А есть у тебя дырка? Есть? Так, мне надо скинуть еще это, добро. А вот, пусти туда, не следи. Вижу. Сейчас, Макс, подожди. Стоянку чекнешь? Нет. Ой. Питька дождемся. Все, пойдем. Let's go. Таблетки нужны? Да это не толк, не будет. Не, хотя бы бегать сможет. Так я и могу бегать. У меня не ноги, у меня живот раненый. Не, ну у тебя тремор-то есть или нет? Нету. Вот он стоит, вижу. Снял, на мосту снял. Это челобот? Скорее всего. Да, похож. Челик? Вон он ходит. Да, вижу. Опа, я минус. Все в живот попал. Да. Там еще второй где-то, Макс. Сейчас, Макс, подожди, не спешим. Кто-то мне... Нет, не умер. Так, Макс, лутаем Титька. Я сейчас его полутаю. Да, я... Прикрой. Чё у тебя было там в карманах? Идёт. А, вижу. Блядь, там гранаты, аптечки всякие. Говна всякого, короче, напал. Да, понабрался по фигни. Анальгинов у тебя что-то куча. А это я с Сереги подобрал. Понятно. А, понятно. Эфки до хрена. Аишки. Две штуки. Эфки там тоже какие-то с Сереги были. Давай, быстрее лутай. Ну давайте немножко друг друга идентифицируем, как-то так, научимся. Макс, там, сейчас что... давай скину я барахло его шнем. Куда уже? Подгорает немножко. Есть маленько. Ты знаешь, у нас сегодня на заводе тоже хуйня такая была. Я вижу чувака, блядь, чувак в меня настрелять начинает, блядь. А я думал, что это кто-то из наших, блядь. Я в него даже ни разу не стрельнул. Mm. Я начал орать, типа, это я, блядь. Да, я слышал. Проблема, это проблема игры, потому что они совершенно не продумали момент с идентификацией, конечно. Так, Витёк, скидываю. Все, скинул. Да мог бы и не скидывать. На всякий случай, хрен с ним. Мало ли, пайп не скоро еще. Так, да Макс, тогда давай пойдем через КВП. Да, конечно. Сейчас 3 зипа его тоже сброшу. На, ну это как хочешь. Открыл КВП. Сейчас, секунду. Ёб ты, пацаны. Чего? Что? У меня 3 зипа кончились. Печалька. Я даже не беру с собой. Я сейчас сброшу, это с собой возьму. Бля, вот это я не ожидал, что у меня 3 зипа-то кончатся. А кто их продает? Лыжник.
Вижу. Ну-ка, лыжник. Плота вижу. Сниму сейчас. Минус бот. Уже нету, бля. Еще один где-то бегает. Я тебе броник не смогу взять, мне некуда. Да хрен с ним, с броником. Еще где-то здесь бегает, Макс. Батяга. Ладно, да я тогда трезип выбрасывать не буду, его с собой сейчас вынесу, а потом тебе передам. Ну давай. У тебя разгрузки есть? Ну, у меня есть, да. Я не знаю, с чем мне пойти. Макс, ты тёшь в кустах? Да, я бегу. Закрывай дверь. Бегу. Дверь закрывай. Да, я бегу. Давай, я открываю вторую. Давай. Давай, и попробуем выйти сейчас. Через зеленку не надо, я видел, туда будет шел. Вот здесь еще где-то был, за контейнерами. Еще один, вот он сидит, вижу. Готов. Вижу, кемпера ходят. Нет, исчез куда-то. Лол, он исчез. Провалился. Он мне в натуре взял и исчез, прикинь. Опа, Макс, ты где? Я тут. Минус, что ли, у тебя? Нет, у меня нет. Уходим отсюда. Они между собой, что ли, перестреливаются? Да. Уходим отсюда. Пойдем на выход. На какой уже? Я не знаю, поехали, пойдем на этот, на... На вот этот, короче. Пока они там перестреливаются. Ты где? Я уже под мостом пробежал. Понял, давай. Аккуратненько тоже здесь. Дверь открыта. Ага. Я вдоль забора иду. Давай, я справа. Так, тут за грузовиком может быть дикий. Согласен. Смотрю, так, вроде нормально. Никого, да. Сейчас вот так делаем еще. На всякий случай. О, на всякий. Идем. Ай, ёб, нифига я. Осколок попал у меня, да, осколок. Я и говорю, граната говно. Все, валим. На выход. Попал осколок у меня. Один. Небольшой. Ладно. Нормас вроде у нас. Ну, мы потеряли двух бойцов. Отряд не заметил потери бойца. Не заметил, да? Не так заметил. Вот, да? Хорошо, Андрюш. Ладно.